Здравствуйте! Сегодня у нас в видеообзоре набор на 46 предметов. Код товара 2462 фирмы Форсаж. Форсаж — это белорусская компания, выпускает профессиональный инструмент. Изготавливается инструмент на заводе в Тайване. Так, здесь у нас вот эта упаковочная коробка идет. Сзади указывается Беларусь, Республика Беларусь. Ну, адрес полный, то есть данной фирмы Форсаж. Поставляется набор в пластиковом кейсе. Такой кейс черного цвета. Запирание. Такая защелка идет. Здесь надпись Форсаж. Рабочий квадрат в наборе 1,4. Гарантийный талон. Бессрочная гарантия на наборы Форсаж. По комплектации. В комплекте трещотка под квадрат 1,4 на 72 зуба. Быстрый сброс, имеет и реверс. Также надпись Форсаж и код согласно каталога. Трещотка разборная. Один винт внизу, два винта вверху. Ручка резина-пластик комбинированная. Отверточная рукоятка. Под нее в наборе идут биты. То есть выбрали нужную биту и одели. Биты шестигранные, биты торкс, шлицевые и крестовые. Также можно использовать с головками. Также можно здесь ставить трещотку, вставлять. Есть такое отверстие. И будет у вас такой реверсивный механизм. Еще рукоятка с реверсом. Головки в наборе шестигранные. Самый маленький размер 4 мм, 6 граней. И самая большая на 14 мм. Головок в наборе 13 штук. Далее кардан. Два удлинителя 50 и 100 мм. Далее гибкий удлинитель для труднодоступных мест. Т-образный вороток с плавающей головкой. И переходник для работы с шуруповертом. Вставляете нужную головку, можете одевать, или биту, и вставлять в патрон шуруповерта. Так, по наборам Форсаж. Форсаж — это фирма не так давно у нас в Украине. Она популярна очень в Белоруссии и на странах СНГ бывших. В Украине она недавно, но уже завоевала популярность, то есть есть хорошие отзывы. В основном используют это на СТО инструмент в автосервисах, там где нужен крепкий инструмент. Поэтому если вам нужен профессиональный набор за небольшие деньги, так как по Форсажу цена очень разнится с другими брендами профессионального инструмента, она намного ниже, поэтому можете посмотреть в сторону набора Форсаж. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. До свидания.